Здравствуйте! Сегодня мне вкратце хотелось бы рассказать о сбалансированном рационе питания своих сверчков. Чем я их кормлю, чтобы в колонии присутствовало как можно меньше каннибализма, при этом они получали максимальное количество белка для их быстрого роста. Главный секрет их быстрого роста кроется в этих двух мешочках. В первую очередь хотелось бы обсудить гамарус. Все дело в том, что многие заводчики используют только его в качестве белкового компонента в корм сверчкам, и я считаю это не особо верным решением, так как гамарус в первую очередь это морской рачок, а следовательно на общую его массу приходится больше хитина, нежели чем белка. Как решить эту проблему? Точнее, как решаю эту проблему я? Гамарус я добавляю в комбикорм для цыплят бройлеров нулевка. Самым главным аспектом в выборе комбикорма является прежде всего отсутствие гормонов, антибиотиков и ГМО. Это делает продукт неопасным для сверчка и для животного, которое будет употреблять сверчка в пищу. Гамарус с комбикормом я замешиваю в пропорции 1 к 3. На одну часть гамаруса приходится 3 части комбикорма. И у меня получается сбалансированный, прекрасный белковый комплекс, который идеально подходит сверчкам. Но это не единственные пищевые компоненты, которые я использую. Помимо гамаруса и комбикорма в обязательном порядке я добавляю в их рацион морковь и проросшую траву. Такой сбалансированный рацион помогает сверчкам жить дольше, плодиться больше и снижает процент каннибализма внутри колонии. Вот так это выглядит. Вот такое коротенькое, но я надеюсь, весьма интересное и информативное видео у нас с вами получилось. Ссылки на Инстаграм и Твич по-прежнему в описании. С вами была Ксеша, канал Зоо Ксеша. Всем удачи, всем пока!